он шел по улице и тихо плакал. Облезлый одноухий с больной лапой, повисший хвост, несчастные глаза, а в них жемчужинкой дрожит слеза. Его никто вокруг не замечал, а если и заметил, то ворчал, а мог еще и палкой замахнуться. Он убегал, когда мог увернуться. Он с грустью думал: «Я такой урод, ну кто такого жить себе возьмет?» Так шел он, шел по краюшку дороги, и вдруг перед собой увидел ноги. Огромные такие две ноги, обутые в большие сапоги. В смертельном страхе он закрыл глаза. А человек нагнулся и сказал: «Красавец-то какой! А ухо, взгляд! Пойдешь со мной? Я буду очень рад. Принцессу и дворец не обещаю, а молочком с сосиской угощаю». Нагнулся, протянул к нему ладошку. Он в первый раз держал в ладошках кошку. Взглянул на небо, думал, дождь закапал. А это кот в руках от счастья плакал.